сегодня с радостью участвуем на дне поля, который организовала компания «Сингента». Но в этом году очень непростом, неоднозначном проблема реально была. Прежде всего, проблема выбора. Огромное предложение на рынке препаратов. Вот. Заведомо шли на определенные издержки, несли затраты финансовые прежде всего, потому что предлагались аналоги в два раза дороже, к примеру, чем тот препарат, которым работали мы. Мы работали с Элисмаксом, 100% площади у нас в этом году 3000 гектаров озимой пшеницы. Так вот, всю 100% площади, все семена мы протравливали именно этим препаратом. Вот. И я считаю, время уже подходит к уборке, что мы сделали очень правильный выбор, потому что проблем, которые могли быть, которые прогнозировались и ожидались, мы просто не увидели. Препарат сработал четко, на 100%. Вот. Не возникло ничего, несмотря на все эти жесткие условия 2021 года. Весна была очень неоднозначной, лето начиналось совсем не так, как это было раньше. Вот. Но препарат... В дальнейшем могу даже и перескочить и на последующую схему. Препарат не только протравитель семян, но и последующая схема, которую мы работали. Практически 100% препаратов, фунициды, гербициды мы брали в компании «Сингента». Вот. И мы очень довольны, повторяюсь, именно тем, как эти препараты в этом году себя проявили.